Сегодня у нас 16 августа 2018 года. Кстати, вот это у нас после завтрака уже. Виталий у нас ушел работать в батюшке. Ой, батюшке. Брату Игорю Дубину Барабашу. Всех собрал, но... Вот, а Игнатий, значит, тут с братом Сергеем таскает дрова, остатки вот тут, которые мы вчера на машине привезли. Во, смотри, какие вот они таскают. Вот, и уже такие хорошие поленницы получились, мощные. Работы хватит тут колуном. Следующее лето обеспечено дровами. Сейчас тележку как накладывать будем. Это средний класс у нас называется. А теперь вот как слазить, я думаю, ты перешагни и на кучу спрыгни, на кучу, а там слезешь. Посмотри где. Вот сюда шагай тогда, потихоньку. Сумеешь слезть-то там? Конечно. Ух. Было бы чего, да? Мы уже второй день сегодня с этими чутками возимся. Вчера таскали, таскали. Сегодня тоже. Вон у нас яблочки поспевают. Уже сладенькие стали. Красненькие. Красавцы. Это у нас облепишка спеет тоже. Это туда, на тот колес. Вот она уже желтеет, то есть... Уже близко к тому, что поспевает. Угу. Но еще не до конца. Брат, еще надо на перед положить, а то перевалится. Еще тут осталось. А то вот ничего не сделаешь. А вот видишь, как сделали. Теперь готовь всю пилу. Сегодня вот это все распилить надо. Там и здесь. И щучки на место. Понял. Давай, я буду держать. А то она опрокидывается под тяжестью. Заметно убавилось. Да. Да, точно. Хорош. Хорош. Сломаем. Только тут пройдешь, сразу резко поворачиваем. Посмотри. Туда, наверное, не надо. Вот давайте сюда. Давай вот сюда. К нему поближе. Дай. Да, вперед туда. Ну, маленько еще чуть-чуть. Хорош. Иди, лезь. Как дальше дальше. Нет, опустить надо. Давай. На козла лезь. Давайте я оттуда. Посуда лезь. Нет. Я говорю, лезь посуда. Здесь прям рядом, не надо там разваливать. Давай. Здесь оп... Здесь оп... Давай, давай, давай. Опасней. Становись. Вот так. Теперь шагай туда. Во. А там разваливается, ее трогать нельзя. Свору давай. А здесь надо... Давай. Здесь надо наложить вначале-то. Там? Ну, конечно. Там Володя говорит, он там надо, говорит, наложить. Конечно, надо выше там сделать.
Забить надо, куда высокий. Мы сейчас забьем. Чтобы она в нее упиралась. Там слишком маленькие колья. Вот на той стороне мы забиваем большие. А что у тебя тут это? Как-то непонятно. Ты видишь, как это? Не смотришь за этим. Надо смотреть, чтобы ровно было. Во. Сразу пошло. Так, вокруг обойди, покажи, что там у нас за взрослое состояние. И у себя там пройди. Что тут показывать? Умывальник. Вот сарайка наша. Вот навозили сюда мелкий дров, который колоть не надо. Сразу в печку будем сувать их. Все это складывать надо будет. Вот это у нас тут листья липы лежат. Липы тут мы спилили. Вот очень вкусный чай получается. Полезный еще при том. Вот. Да у Господа все полезно. Только надо знать, как применить все это. Здесь вот навоз. Это овечек. Тут батюшка раньше с Игорем Барбашом держали. Кое-что подгнило. Вот тут даже сама на стенке сделаны были хозяевами Калашникова, которые жили здесь. Но сейчас пока нам это все не надо, так не занимаемся этим. На, пока клади, а потом прибьем. Володя, а? Там посмотри и сюда приди. Я тебе покажу, какой надо забить. Вот они, Коля, забили. Большие. А сюда в расщелину можно кидать? Ну, более не стоит, да, жестко. Это теплица в этом году. С Божьей помощью мы с матушкой Людмилой. Она дала материал, и вот построили такую теплицу. Мощную, высокую. Я вот сделал эти жерди, но сделал низко. Надо было повыше, но там уже пришлось наверху доставлять. Прикрутил на саморезы и подвязывал. Так. Здесь вот у нас горошек растет. Вот он. Вкусный. Кое-какой уже переспел, вот они, горошинки, прямо стоящий этот. Это нам Игорь Барабаш в этом году дал. Он садил поля с этим горохом, новый сорт это. И кое-что в кузове у него там осталось лежать. Вот мы набрали 2/3 ведра 10-литрового. И посадили с матушкой. Везде посадили. Тут вдоль этого огородчика вот этого. Там в другом месте тоже вдоль огородчика. В канаву прямо. Накидали семян. Засыпали, и все нормально стало. Тут у нас арбузик. Вот он. Классненький. Так у меня был тут самый большой арбуз. Оказалось, под низом то ли вода, то ли что испарил наполовину. Снизу. Но эти вроде бы нормально. Вообще земля тут хорошая, если потрудиться над ней. Ну, тут небольшие арбузики еще. Ну, даст Бог, будем есть. Ну, там даже вон и этот есть. Что-то он какой-то общипанный весь. Птицы поди, постарались уже. В этом году посадили кукурузу. Нам тетя Люба Минаева дала. Ольга Симоненко завьяла, приезжала. Виктора Савченко, сестра. Вот Игнатий попросил у нее семян тоже. Вот они, початочки растут.
Еще, конечно, не зреть, да зреть. Ну, время еще есть. Около месяца есть, наверное, еще. Вот, а там вон горошек, он видно его. Вот он цветет даже еще. То есть вдоль канала насадили. Тоже можно ходить есть. В этом году Господь давал очень много воды, дождей. Это вот сейчас вот дождей почти 2 недели нету. Так, изморозь прошла и все на этом. Вот малину матушка посоветовала убрать, потому что где-то она уже плохо плодоносит. Да внешне, раз за ней мы не ухаживаем, ее надо все это выстричь, выкопать все корни и заново с новых кустов рассадить молодняк. Тогда, говорит, будет очень много малины. Ну, даст Бог, когда-нибудь займемся этим. Тут у нас бак с водой для полива, ну и для хозяйственных нож тоже. Вот они сейчас будут колышки делать. Ласточата там радуются жизни. Сейчас мы отпилим. Угу. Давай сюда пилу. Держи, вот в этом месте пилить будет. Володя забьет там 3 кола. Да вон, чурочки-то есть. А? Чурочки-то есть. Сейчас, подожди. Ну все на это. Давай, не получилось там, как я думал. Давай, это мы отбрасываем, а вот это еще берем. Давай. Отсюда. Вот это у нас 2 получилось, 3. Все на этом. Сейчас держи, будем затачивать. На щурку тащи. И вот эту тоже. И вот эту. Мы сделаем, Володя забьет. Давай вот эту открыть еще надо, я забыл. Давай. Вот так. Велосипеда у меня там. Сейчас я заостряю, а вот этот будет ямки должны раз пока не сюда. Давай, бери, поднимай. Поднимай туда, на щурку.
подворачивай. Ну зайди с той стороны-то, поставь ее на щурку. Ну что, не пойму, еще непонятно-то. Держи, как следует. С толстого конца надо. Ну давай с тонкого. Подворачивай. Подворачивай, чтобы перпендикулярно было. Вот так делай. Вот здесь вот надо, где эти три стоят столбушка, рядом почти с ними, ну почти. Давай, тащись остальное. Забить эти. И маленько наискосок, Володя, вот так вот. Оно ее выправит. Угу. Давай. Тот конец, вот это, давай. То есть на четыре края зарубается, она получается острая. А если скоблить со всех краев, все, тогда она получится округленной и не будет так врезаться в почву хорошо. Именно четыре очень хорошо врезается в почву, когда четыре кромки. Она ее разрезает, почву. Все, иди возьми у него аппарат. Володя будет сейчас. Ломик, бери, накручивай глубже и забивай. Прямо-таки рядом. Кувалдочка рядом, можешь другую взять. Ломик лежит там на траве, дальше. А я пошел накладывать. Первый мой был этот штангер, это вот ломик, я занимался им. 8 килограмм, что ли, он там весит. Всякие упражнения делал. И коль это сложно будет забивать. Ты, а посильнее расшаперивай, прям качай в разные стороны. Ты вытащи его маленько, Володь, и покачай. Слышь? Так и делаю. Не, ты его вогнал, теперь не раскачаешь. Ты его вытащи наполовину и покачай. Вот так. Вот хотя бы вверх расшаперит, а? Тебе, наверное, Володь, щурки надо, что ли? Да, я залезу сейчас туда, на полинец. Да. Силен ты, брат.
Че ты? Мало зашел, да? Все, пойдет. Вот, и теперь можно выше сюда вот закладывать еще, да? Ну да. И он можно. Тогда он выше поднимется. Сколько? Я не знаю, может мы в этом году-то уже начнем колоть-то их. Потому что они у нас уйдут. На зиму-то, может, не останутся. Ну пусть красиво полежат хоть денек-то еще. А? Пусть хоть денек красиво полежат. На память. Красота, да. Смотри, какая красота. Там вот крупные чёрки, здесь белье стираем. Вот чё? Чё? Всё у меня. Чё ж ты перчаток уберёшь сюда? Ты не глядел бы на тебя. Ну это совсем уже. Они тонкие. Всё. Выключать? Выключи, положи его на место.